What is happiness for you? Доброго времени суток. Это небольшое такое сообщение, я бы сказал, это не видео, это сообщение. Продолжение того ролика, который был сделан перед этим в монастыре. Значит, мы там, я там рассказывал об этой бочке, которая сделана по, значит, моему такому, моим наставлениям. И вот там эта запарочная емкость была в незаконченном виде, а здесь мы ее уже видим в законченном виде. То есть видим, что значит, сама емкость находится, в отличие от моего варианта, надземная. Тут позволяет просто потолок, который высокий, и позволяет эту бочку сделать над такой надземной. И как видим, вокруг этой бочки сделана очень хорошая рубашка кирпичная. Под эту кирпичную рубашку, естественно, что там есть фундамент, чтобы она не развалилась. Эта печка мне вообще очень нравится. Очень хороший такой вот вариант, хороший проект. Здесь стандартная крышка. Сама бочка имеет 1,5 кубических метра объема. Вот как она варилась, как она делалась, посмотрите на видео. Заварочная или запарочная емкость. Ну, в этом плейлисте вы увидите то, как все этапы, скажем, изготовления вот этой печки и этой бочки, как она делалась. И вот уже такой законченный вариант. Видим, как происходит топка, но здесь не обязательно там видео снимать, все понятно. Длинные такие деревянные палки, которые по сгоранию внутри подвигаются дальше, и таким образом происходит нагрев. И еще одна тоже такая хорошая вот еще одно фото, немножко другой ракурс. Обратите внимание, что для того, чтобы дым не дымилось внутри, сверху вот сделана вот такая вытяжная система, то есть такая вот вытяжка для отбора все-таки дыма, который, ну, может там иметь место, значит, вот. И такой вот ракурс. И очень интересно еще посмотреть, вот слева сварен такой вот хороший стол для, скорее всего, для складывания уже готовых блоков сделанных, или для, опять же таки, возможно, для набивки самих мешков. То есть как это все происходит, ну, здесь можно только предполагать, но как видим, хороший такой сделан стол. И еще так вот видно немножко в углу, что там такая вот поверхность завернута так на стену. Это сделано для того, чтобы это можно было обрабатывать перед работой в этом помещении. И довольно-таки хорошая идея, хорошая такая вот печка. Думаю, такая полезная будет для вас информация, чтобы не изобретать велосипед. Можно посмотреть вот такое видео и сделать для себя соответствующие выводы.